общем. Надо было проверить. Правила игры. Как бы уже всем это понятно. Но ситуация вот какая. Эти пультики от ошейничков будут у ребят. И они будут друг друга бить током. Ну, я думаю, они долго этого хотели. У каждого есть какие-то претензии друг к другу по поводу игры. В общем, что ж, игра началась. Удачки. Ну, или так. А в смысле? Ты проиграл, ты первый. Чё это? Разве не так? Так он тебя током бить будет. А, стоп. А, не, ну... Эррор. Кадык. А ты нахуй кадык. Кадык самый легкий. Бля, вот... Я трясусь, если я не могу это сделать. Там реально двоечка стоит? Да и Мию жалко, как-то и себя жалко, как-то всех жалко. Фу, блядь. Криво поставили. Вы их криво поставили. Вы еще и поднасрать мне решили. 200 рублей. Слушай, я на готове, нажимайте. Тихо. Эта ситуация потом. Слава богу. Вода. Блин, да она даже в руку врезается. Вода на колени. Вода на колени расстроила Сэма. Удали ее быстрее, пока нога не отсырела. Блять. Тут все слитно. Я никогда ты что, не... Ты что-то не рвался или что? Я никогда не был. Настолько хорош. Опять тебе разбитое сердце. Почему мне сердце? Я его ни разу не достал. Ладно, нет. Сейчас я достану. Да вы, а чё вы так криво все положили, я не понимаю. Я готов. Запасное ребро Сэма сломалось. Хорошо, что тут ещё одно осталось. Это легко. Это... Сердце самое сложное. Да. Слушай, интересный финал. Бабочки. В животе. Слушай, ну... Блин, тебе все на вот эту тематику рассказывают. Сэм переживает из-за одной знакомой девушки. Удали бабочек, которые вызывают в нем трепет. Я даже прочитать не успела, ты уже вытянул. Извини, я хайскил. Опа. Сэм потянул мышцу, участвуя в гонке. Теперь он хромает, ахая звонко. Охая, ахая. Слава богу. Достали оба просто. Давайте. Пьяная судорога. У Сэма судорога прямо на запястье. От написания длинного списка. Покажи, продуктов. Как картиночка. Смотри, когда ему что-то надо. Нормально. Ставь двое. Я тебя даже не ударила? Ударила, в смысле не ударила. Я просто был готов. Так у меня двоечка, у него что, не двоечка? Ударил локоть, и тот развеселился. Останови смех и получи больше денег. Большие, больше. Ну, большие, небольшие. Ну, ты понял, да, где-то? Так опять поправлять надо. Нет! Да, она уехала туда. Как уехала, я ее подцеплю? Уехала, достань! Поправь, но пинцетом. Все, достал. Нет никакой помощи. Может, ты наденешь? Все, кого надеть? Вот эту штуку. Все, ну, давай, давай, все, Никс. Ты вот это бред вот? Вообще. Задрал просто. Что поделать? Финал. Держи. Финал интересный. Финал хитрых. Корзинка для хлеба. Хлебная корзина вызывает у Сэма судорогу с тех пор, как он съел тот гигантский сэндвич. Это нечестно. Этой карточки не должно быть. Она дает 1000, это фри вообще. Ну это. Он выиграл, все. Потому что она 1000 дает. Все? Нормально. Слушай, когда материшься, легче. А, ты даун, я, блядь, и... В смысле? Ты на меня посмотрел. И что? Я не увидел. Ты что, ебанутый, блядь? Я не увидел. Удари его в ответ. Блядь. Ты на меня посмотрел. И что, блядь, если я на тебя посмотрел? Я еще испугал.
Ну, там вообще, кстати, нереально криво лежит. Все видели? Да. Стой, 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 дай я надену, а то у нас упало. Как, когда будешь готов, я нажму. Давай. Нашипелся? Ой, блядь. Ну, это пиздец. Я не знаю. Конь с тебя. Почему очень, я? Очень хочу. Неприятно, давай, я не хочу. Так мы коня не вытащим, пока не умрем. Одинаково. Ну, сын, давайте все, мы закончили. Ебни меня сразу и потом будешь ты доставать. Да нет, нет. Ты че, я не буду это доставать. Ну я не знаю, это правда невозможно достать. Слушайте, все, мы сыграли. Слушай, ну немного красного есть, знаю. Ау, даже больно. Кто победил? Да по-любому, у него же картинка. Слушайте, ну можно посчитать. 1200, 2400 у меня. 1300, 500, 700, 2200 2500. Сколько у тебя? 2400. 2500. Слушай, ну на самом-то деле разница в сотку. Корзинка имба. Разница в коне, которую мы не достали. Да.